Добрый вечер. По просьбе моего тезки Сактабе посвящаю это видео разделу «Иностранные монеты. Серебро. Антик». Так, на скорую руку, что попалось. Предлагаю этот ролик. Посмотрите перспективу развития этого вида собирательства для вас, что вам по душе, что еще эти вещи реально найти на рынке. Литовские монеты, канадские, Пруссия, Германия, Третий Рейх. Цены на сегодняшний день весьма приемлемы. Это редкая монета Наполеон была 1811 года на eBay. Дорогая монета. Это Наполеон, другой уже, конечно. 25 копеек, достаточно редкие сейчас на рынке. Они всегда были редкие и дорогие. Это я быстро говорю. Это часто распространенная кубинская монета. Просто впечатление, посмотрите. Рубли сейчас только собирать. 19 век царский. Казеровские марки, Советский Союз, Белончик, вот красивенькая монетка. Как кому, мне все монеты нравятся. Вот крупная монета. Китайская монета 1914 года. Оборотная сторона у многих монет привлекательная. Поэтому предпочтения у каждого свои. Рекомендации, думаю, бесполезно давать. Считаю, то, что попадется на рынке вам по карману, то и покупайте. Все красивое, все пригодится, все интересно. Прелесть надо видеть во всем. Это беглый обзор. Если будет у кого-то другие пожелания по темам, пожалуйста, предлагайте в комментариях. Подписывайтесь. Кто подписался, тому будет отдаваться предпочтение при выборе тем очередного ролика. Доллар там мелькал. Вживую, конечно, все это смотрится. В данном ролике особой подготовки не было, поэтому не обессудьте. Ближе, больше для начинающих.